Жители городского поселения Фрианово отмечают день поселения. Ему сегодня исполняется 93 года. По сведениям Центрального государственного архива, статус рабочего поселка Фрианову присвоен 17 августа 1925 года. Ну а сейчас в поселение входят 2 села и 22 деревни. Жители очень любят свою малую родину, и у них этот праздник, день поселения, пользуется большой популярностью. В парке возле усадьбы Лазаревых массовые гуляния, со сцены жителей поздравляют почетные гости. Мне кажется, вот год прошел очень незаметно. И вы опять встретились здесь, в уютном парке. Жители поселения, которые славятся своими творческими людьми, талантливыми людьми, теми людьми, которые поистине чтут историю, историю своей родины, историю своего поселка. Приятно приезжать к вам в гости из-за того, что я глава какого-то поселения, а потому что я ваш фряновский, коренной, где прошло мое детство и все остальное, жизнь. Я приятно приезжать, почему? Потому что увидеть знакомые лица, вспомнить этот поселок и развитие его. Поселение становится краше и комфортнее. За прошлый год во Фрианове создано около 1000 квадратных метров тротуаров, обустраивались подъездные пути к населенным пунктам, строятся новые парковочные места. Об этом и о многом другом, что важно для жителей, говорили руководители Фрианова. Меняются дороги, детские площадки, все то, о чем сейчас было сказано. Все это происходит только благодаря вам, вашему пониманию, вашей помощи. Еще раз поздравляю вас с этим замечательным праздником. Сегодня я хочу поздравить всех с днем нашего поселения. Я хочу пожелать нам всем мирного неба. Я хочу пожелать мира, достатка, счастья в каждой семье. Я хочу пожелать, чтобы наши мечты и, как Дмитрий Леонидович сказал, новые очертания Фрианова, они ярче и быстрее прорисовывались. Организаторы праздника постарались порадовать жителей. В парке в этот день была развернута ярмарка художественного творчества. Здесь выставлены работы и валяние, вязание, работы из бисера. Также видите сами, что работы из войлока, вязаные игрушки. Даже работы, как видите, из камня и аромамасла, свечи и все прочее такое интересное. Ну а в музейном комплексе усадьба Лазаревых в этот день приготовили свой подарок – выставку акварели местного жителя, архитектора по профессии Владимира Давыдкина. На рисунках запечатлена великолепная природа Фрианова. В нашем музее открылась выставка под названием «Родные просторы». Посвящена она Фрианову и окрестностям. Мы сегодня представляем нового художника, можно сказать, местного, из деревни Глазуны. Зовут его Владимир Давыдкин. Себя он называет начинающим художником, поскольку именно живописью начал заниматься не так давно. Но открою небольшой секрет. Владимир – профессиональный архитектор. Целый день в парке звучали песни, выступали фольклорные коллективы, а на площадке перед сценой показывали свое ратное умение юноармейцы. Короче говоря, праздник получился красивым, он, безусловно, запомнится жителям. Андрей Цеханович, Валерий Жиглей, телерадиокомпания «Щелково».